Бадди Хоффман против Марка Робинсона. Бадди Хоффман собирается восполнить свою потерю. После рекорда 17-3 и проигрыша он требует реванша. Руки его налились серьезной силой, они способны нокаутировать. Попытка удара коленями. И главное не то, насколько сильны руки, а насколько все это сбалансировано. Расстояние для хорошего левого, который прошел в цель, Марка Робинсона. Робинсон хочет сохранять медвежьи объятия, вести бой против южноамериканского чемпиона по пауэрлифтингу в 80-е годы, доминирующего на сцене. Сил у него хватит, чтобы справиться с Хоффманом, заставить его отступить, но может ли он удержать его? Если он не отойдет, ничего хорошего не случится. Мощный удар Бадди Хоффмана, о котором мы говорили. И это действительно победа нокаутом. Бадди Хоффман. Все, что нужно было, это один хороший удар. И Робинсон падает в подкошенный. Хоффман очень усердно старался, чтобы уйти от нападений Робинсона. Как только он сумел отойти на некоторое расстояние, то смог нанести сокрушительный удар по голове Робинсона и чисто уложить его. Вот снова этот локоть поперек по голове. Видите, полу, раз. Вот когда он отвел голову, появилось расстояние для размаха, и он быстро потерял сознание.